Много много играть. Вы готовы поиграть с нами? Хорошо, отлично, смотрите. Сейчас нам с вами надо будет познакомиться. Меня вы знаете, вас я еще не знаю. Поэтому будем знакомиться. Рассказываю, как знакомимся. На счет три. Все громко-громко кричат свои имя. Договорились? Готовы? Раз, два, три. Стойте, это что-то вообще совсем тихо. Надо громко-громко кричать. Готовы? Раз, два, три. Так, это уже лучше, но я точно знаю, что все вы можете еще громче. Давайте еще громче. Готовы? Раз, два, три. Ручки приготовили. Спрячемся!
Девушка, тянем себя. Тянем, тянем, тянем. А теперь снова гроза, гроза, гроза. А теперь делаем солнышко. Солнышко делаем. И опускаем на наших мальчишек. Опускаем это. А теперь поднимаем. И опускаем снова. Давайте делаем грозу, грозу! Теперь делаем солнышко, солнышко! И опускаем на девчонок! Опускаем! И опускаем! Теперь снова гроза, гроза, гроза! Хорошо! Все вылазят! Влазим, влазим! Звонка, звонка, говори, лежи! Все, давайте быстро кулачок. Да, быстро все. Хорошо, смотрите. Да, ваша попа. Вот ваша попа, да. И вот так переходим, вот так. Давайте, вот, пошли. Хорошо. А теперь выставляем животик вперед и на одной ножке. Давайте, как крайне.
Становимся фото, закрываем носики, закрываем руки. Фото, пошли, пошли, давайте. Давайте, закрываем носики, давайте. У кого грим, можете закрывать. Можете так проходить. Проходи, проходи. И переходим. Расслежение кожи вся. Ребята, тут огромное получается. Быстрее, быстрее, давай! Это на скорость туннель, надо максимально быстро пройти. Стойте, стойте, стойте. Подожди, не спеши. Нет, не спеши. Ребята, давайте быстрее, быстрее, быстрее. Ты так быстро, да? Ты молодец. А мы вас ловим. Ловим, ловим, ловим. Давай, давайте-ка. Давай, вот и все, подождите, пока другие не выберем. Потом залезайте сами. Давай, давайте-ка. Все перелазим на эту сторону, обходим вот так, обходим и на эту сторону. Давайте, давайте. Кто перелез, обходите через меня. Ложитесь на пол, ложитесь через паутину. Лезем, 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 давайте-ка. Ребята, мы уже дома. Сегодня мы с Ангелушей ходили в кактус на представление фиксиков. Мы там были не до конца представления. Да. Потому что там у меня прямо на боку, на гусе. Да. Первый раз ты куда получила? В носик? Вот сюда. Да. И вот потом сюда. В ручку. Потом в лобик. Все дело в том, что там мы раньше ходили в совсем другое кафе на такие представления, на детское развлечение. Это было в парке, там было большое помещение, и детки спокойно могли гулять, бегать, веселиться, выполнять задания, проходить да. квесты. А здесь помещение совсем маленькое, деток много. Детки, они все разные, кто-то тихий, кто-то очень сильно шустрый. Ну, вот совершенно разные. А как-то... кто-то громкий. Да, как-то эта трансс-программа не была продумана. Все маленькие детки, там еще были намного меньше, чем Ангелуша, наверное, годика по 4, они тоже ушли из-за того, что были большие дети, которым было по 10 лет. Большая разбежка, получается, у них была. Или маленькие дети, а маленькие у меня все на бочке. А мальчики у нас шустренькие, и маленьких деток пообижали. Они, конечно, этого делать не хотели, но обидели, да? И сделали. И мы тоже были не до конца. Мы только побыли первую часть, половинку второй части, и ушли домой.
Потому что там вообще не на ногу, на руку, на нос, на лоб и еще всякое, на яйцо и да. На тело и еще. Ангелуша всякое. Расплакалась, Ангелуша расстроилась, сказала: я не хочу. Мы пошли в кафе, вкусняшку купили, покушали и ушли домой. И еще я бы могла за это время посидеть в своем телефоне. Как хорошо, да? Что ты все это время в своем телефоне не посидела. Так что, ребятушки, вот так у нас сегодня прошел день. Okay. Ангелуша уже Малышка, готова. Малышка, сотрите кекс. Ангелуша уже готова в нас ко сну. Будем спать, да, дочь? Да. Что будем говорить всем? Пока-пока и кекс. Всем пока-пока.